Наконец-то компания Ford представила обновленную Kugu для европейского рынка. Сразу стоит отметить, что кроссовер получил такой же дизайн, как и североамериканский вариант под названием Escape. Впрочем, производитель изменил бампера, решетку радиатора и головную оптику. Кроме того, можно выделить другие цвета кузова и 5 новых дизайнов легкосплавных дисков. Также впервые для модели доступна модификация Active, которая немного лучше подготовлена к бездорожью. Если говорить о салоне, то там тоже произошли некоторые изменения. Самым большим можно считать обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном сенсорном экране, который поддерживает ряд современных сервисов и беспроводные подключения Apple CarPlay и Android Auto. Моторная линейка практически не изменилась, но были внесены небольшие изменения для повышения производительности и эффективности. В частности, топовый вариант получил модернизированный подключаемый гибрид с 2,5-литровым двигателем. Теперь суммарная мощность установки составляет 240 лошадиных сил, а благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 14,4 кВт. Эта версия сможет проехать до 69 км в чисто электрическом режиме. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!